15 продуктов, которые помогут справиться с высоким давлением. Высокое кровяное давление, также известное как гипертония, требует тщательного внимания к диете и образу жизни. Включение правильных продуктов в ежедневный рацион может существенно помочь в борьбе с этим заболеванием. Листовая зелень. Шпинат, капуста и другая листовая зелень богаты калием, который помогает вашему организму сбалансировать уровень натрия и снизить кровяное давление. Ягоды. Черника, клубника и малина богаты антиоксидантами и природными соединениями, которые поддерживают здоровье сердца и снижают риск гипертонии. Овсянка. Начните свой день с тарелки овсянки. Высокое содержание клетчатки помогает снизить уровень холестерина, тем самым помогая поддерживать здоровый уровень артериального давления. Бананы. Они богаты калием и являются отличным дополнением к диете, благоприятной для гипертоников. Бананы помогают компенсировать воздействие натрия и регулировать давление. Йогурт. Выбирайте обезжиренный или греческий йогурт, поскольку они являются хорошими источниками кальция и пробиотиков, которые полезны для контроля артериального давления. Лосось. Богатый жирными кислотами омега-3, лосось поддерживает здоровье сердца и помогает уменьшить воспаление в организме, тем самым способствуя регуляции артериального давления. Чеснок. Известный своими лечебными свойствами, он может помочь снизить давление, расслабляя кровеносные сосуды и способствуя улучшению кровообращения. Семена. Семена льна, чиа и тыквы богаты питательными веществами, такими как калий и магний, которые помогают контролировать давление. Авокадо. Этот сливочный фрукт является источником калия и полезных для сердца жиров. Орехи. Миндаль, грецкие орехи и фисташки являются отличными источниками магния, который помогает регулировать давление за счет расширения кровеносных сосудов. Оливковое масло. Перейдите на оливковое масло для приготовления пищи. Содержащиеся в нем мононенасыщенные жиры могут улучшить здоровье сердца. Свекла. Богатая оксидом азота, свекла помогает расслабить кровеносные сосуды и улучшить кровоток. Темный шоколад с высоким содержанием какао содержит флавоноиды, которые способствуют расслаблению кровеносных сосудов и снижению давления. Помидоры. Богатые ликопеном, они поддерживают здоровье сердца и могут помочь снизить риск высокого артериального давления. Сельдерей. Этот хрустящий овощ содержит соединения, которые помогают снизить давление, расслабляя мышцы вокруг артерий. В дополнение к этим продуктам крайне важно сократить потребление натрия, ограничить употребление алкоголя и поддерживать здоровый вес. Помните, что хотя эти продукты могут помочь контролировать кровяное давление, важно проконсультироваться с доктором, чтобы получить индивидуальные рекомендации и убедиться, что они соответствуют вашим общим диетическим потребностям и состоянию здоровья.